Доброго ранку, наші дорогі підписники! Hello, everybody! Сегодня у нас намечается самый обычный день, и мы его вам обязательно покажем. Забота о людях начинается с инфраструктуры. Посмотрите, какая прикольная пожарная часть строится за нами. А вон мини-пупсик-трактор, такой мини-мини. Ребята, посмотрите, какая классная стена, супер вообще! Да, вот так мы брели-брели, и посмотрите, набрели. Очень здорово. Супер. Красиво. Круто. Вау! Ничего себе. И что-то происходит у здания суда. Сейчас мы об этом узнаем. Очень интересно. Ребята, посмотрите, какие прям целые замки. Элхео. А зацените, зацените вот этот домик, ребят. У меня вообще впечатление, что мы попали в какой-то сказочный район. Класс. Вот, посмотрите, какая прикольная елка. И если повернуть свой взгляд налево, то ты увидишь еще один замок. Сегодня очень жарко, и мы соблазнились покупкой крем-соды. Вот смотрите. У них продаются вот такие вот коробочки, и в них сразу 4 бутылочки. Очень интересно. Ну что, попробуем и сравним. А еще я хотела вам рассказать по поводу заботы о людях. Вот посмотрите, даже самая обычная бутылка. Сравните с нами. Нам бы пришлось искать открывалку. Вот, не всегда она под рукой. Кто-то открывает бутылки об скамейке. А тут, смотрите, легким движением пальцев. Все, крышка открыта. Класс, очень вкусно. Да. Тоже сейчас открываю. Представляете, как здорово. Дымок пошел. Ну как? Очень вкусно. Еще бы чуть-чуть похолоднее, и вообще было бы шикарно. А еще на ужин мы себе купили вот такие типа пельмешек. Соблазнились. Нам стало интересное сочетание свинюшки с креветками. Попробуем вместе с вами. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас Виолеточка попробует и скажет свое мнение. Я аж губу прикосила, как вкусно это, очень больно. Но вкусно. Сейчас супер. Сейчас супер. Ну что, мы будем тогда кушать? Да. Вот, вам желаем тоже всего хорошего. Всем пока-пока. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите много-много комментариев. Мы на все ответим. Пишите ваши вопросы, хорошие комментарии. Даже принимаются плохие комментарии, на все отвечаем. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока. Всем привет. Приветули-приветули. Это второй день влога в одном влоге. Да, вчера мы не могли много снимать, потому что люди, у которых мы живем, начали пилить деревья у себя во дворе. Они пригласили специального человека, а мы, естественно, им захотели помочь и носили все эти ветки, убирали, подметали труху, все эти щепочки. Вот. Ну, потому что люди, у которых мы живем, как мы говорили, совершенно бесплатно, и плюс они пенсионеры, и почему бы просто по-доброму не помочь добрым людям? Мы это делали с удовольствием. Вот. И сегодня мы встали в 6 утра, чтобы продолжить эту помощь, потому что у них это все затянулось на 2 дня. Вот. Поэтому кушаем мы очень поздно, завтракаем для нас, потому что сейчас уже 9 утра у нас. И вот смотрите, это вот такая курочка, вот, и очень вкусный салатик. Салатик из себя представляет, очень такой диетический, это нарезанная капусточка мелкая, кабачок свежий, морковочка, и все это можно заправить йогуртом. Некоторые заправляют майонезом. Попробуйте, это очень вкусно. Так интересно. Обрезают деревья. Ну, почему все как у нас в Украине? Сейчас приедет большая машина, и все это мы погрузим в машину, и машина все это увезет. Вот столько здесь всего напиленного.
Вот, ребята, уже приехала машина. Сейчас мы вместе с мамой. Мама будет загружать. Вот так вот они сейчас загружают в машину специальную пленку, чтобы машина не поцарапалась. Так вот это происходит. Очень прикольно. Видите, сколько веток много. Вот как-то так это происходит. Мама уже начала загружать ветки. Оп-оп, оп-оп. Что, моя зайка, укололась? Бывает. Аккуратно давай, аккуратно. И побыстрее, сейчас пойдем в бассейн купаться. Закончим и бегом в воду, в классную. Ребята, мы идем в бассейн. Вот, это Брайан Парк. Посмотрите, мне так напоминают эти качельки, эти горочки, как в Украине у нас. Я так скучаю по Украине, а вон еще одни. Класс. Ребята, мы уже пришли, посмотрите, как это красиво все выглядит. Виолетта пошла на экстремальную горку, сейчас посмотрим, пойдет или нет. Ага, пропускает. Решилась, молодец! Поехал. Опа! Это жесть? Это ужасно. Чего? Я упал как просто на воду. Ребята, мы заказали хот-дог и чипсы. И сейчас будем есть в бассейне. И все это стоило $4. Всем привет, привет. Привет. Значит, мы уже идем с бассейна. Несем мокрые полотенца. А вот, и сейчас мы быстро переоденемся и поедем в большой магазин, который называется TJ Maxx. Это магазин одежды. Думаю, будет интересно. Посмотрите, какая там обстановка, какие там цены. То есть, чтобы вы понимали, там реальные скидки. Если написаны скидки, это скидки. А не так, как у нас объявляют скидки, а на самом деле повышают цену и тебе типа ее снижают. Тут все по-другому. Да, мы идем по такому полю. Да, решили скоротить дорогу. О, смотри, какая желтая бабочка. Я никогда не видела желтых бабочек. А я видела много раз. Вот, сзади нас бассейн. Вон он. Да. И мы идем. И мы идем. Ребята, вот мы возвращаемся. И посмотрите, мы подошли ко второй горке. Видите, вот там вот я показывала вам ближе первую, а сейчас показываю ближе вторую. И это классно. Ребята, посмотрите, какой мы столик увидели, вообще классный. И представляете, отдают совершенно бесплатно. Вот просто на улице выставили и отдают совершенно бесплатно. Кто это хочет, классно. Да, кто хочет, забирайте. Ребята, посмотрите, какая прелесть. Просто это вообще. Какая малипуська. Мини-дерево. Мы приехали на плазу, потому что у Виолетки не работает телефон, непонятно почему. И мы должны узнать, что с ее телефонным номером. Потому что я ей даже звоню, она не берет трубку, у нее не проходит звонок. У меня амнезированные действия. Да, непонятно. Ну, так вот по интернету как-то узнать нам не удалось. И вот мы приехали поэтому сюда. Ну, здесь находится сразу ряд магазинов. И много чего интересного мы вам обязательно покажем.
я дома на кухне, стульчики один к одному. Так приятно. Оказывается, люди тут записываются заранее, поэтому мы сидим и ждем своей очереди. Ребята, почему мы сюда пришли? У Виолетты не работала мобильная связь. Она мне не могла звонить, я ей не могла звонить. То есть просто какой-то дурдом. Оказывается, моя золотая девочка просто не обновляла телефон с момента войны. У нее просто вылетело это из головы. Вот представьте. И из-за этого с ней не было совершенно связи. Ну вот сейчас ждем, пока он обновится, и наша проблема будет решена. Смотрите, девчонки. Мы в таком магазине громадном. Это магазин Рос. Тут полно разных шмоточек. Смотрите, девчонки, это большой магазин Рос. Тут вот это все отделы с одеждой. Цены разные. Фирмы тоже разные. Выбор громадный. Так, Леточка что-то смотрит. Мам, что там смотри. Такое? Вау! Это настоящая вышиванка. Ух ты! Офигеть, крутяк! В американском магазине $15 стоит. Красиво. А вот какие красивые платьица разные. Классно. И на меня даже вкус. Есть. И на тебя даже есть. Да, сразу два, да? Сразу два, и побежала. Зацените, какая красивая футболочка для деток. Леточка в Украине 7 лет занималась балетом, поэтому смотрю, очень-очень здорово. И тут мы пошли заниматься балетом. Но в Украине это был профессиональный уровень, а здесь просто так. Такой большой магазин. Это уже другой магазин. TJ Maxx. В следующий раз мы обязательно сюда приедем специально и сделаем целый материал. Что, почем, как. Пишите, девчонки, что вам интересно. Какая одежда. Вот, ребята, мы идем и смотрим, и диванчик подвалил. Тоже кто хочет, может брать, кому нравится. Наш день подошел к концу, ребятушки. Спасибо большое, что вы остались с нами эти 2 дня, смотрели этот влог. Спасибо большое за лайки, за комментарии, которые вы нам пишете. Мы на все отвечаем, так что пишите побольше комментариев внизу. Мы обязательно ответим. На что-то вы отвечаете нам. Задавайте обязательно вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. И увидимся скоро с вами уже завтра. Не пропускайте наши видео обязательно. Скоро будет классное видео, ну и так у нас классное видео, будет еще лучше контент у нас, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь и ждите новое видео. Ну да, ну что я вам хочу сказать, видите, как Виолетта разошлась в конце 2-го дня, даже мне слова не дала сказать, ничего. Мы вам очень благодарны, ждем следующей нашей встречи. Вы, я надеюсь, тоже. Всем пока-пока, хорошего дня, утра. Ночи, у кого что. Пока-пока. А нам спокойной ночи. Всем пока-пока, до новых встреч. Всех любим и целуем.